Блины, неточный. Не матч найти никак не могу. Лапинский в проходе сейчас забивает тяжелый несколько ключевых игроков у Каролины, но придется в таком составе биться молодежи. Посмотрим, как у них получится. Юрков тем временем втор... Руки наверх. Юрков. Со стебека трёху попадает Юрков тяжелый. Этот номер сейчас Дмитрий нужный. Промазал Дима. Юркова в отрыв опять передачей направили. И Даниил не подвел. Рушков. Неплохо сейчас защищался. Но до свободного трех очков. Сазанов. Лапинский, прошу прощения. Забрался под троих соперников. И еще... Лапинский бонусный штрафной забивает Николай. Точен. Старосельский подбор забрал. 4 в 2 убегает Каролина. Нужный со средней забивает. Наконец. Гельманов. Бросать не стал. Идет в проход Герман. И хорошие два. Лапина, Пичугин, сходу три, нет. Лапинский сам будет бросать из-за дуги и попадает Николай. Сельский, Гриша из-за дуги, не точно, но подбор забрал. И отлично, Степан Куравлев. 2+, Пичугин против Сазанова. Отступил сейчас. Дружков. Нужный на дуге один, надо забивать. Есть, попадает. Михиенков отдал передачу на Бачков. Нет. Сазанов. Бачкова в быстрый отрыв направил. И Бачков 2 очка. Дружков. Бросает сам Степан. И забивает он эту треху. Передачу Юрков отдает. Но сохраняет мяч Мичиган. Лапинский под кольцо там пролез. Шот. Попадает от Кулакова. Юрков устремляется в атаку и забивает он в отрыв. Александр Александров. Лапинский разгоняет быструю атаку Мичигана, останавливается. И против Пичугина Лапинский здорово сейчас проходит. Но на подстраховке Гельманов отлично сыграл, но со второй попытки. Хорошо. Прошу прощения, это нужный был. Прошел сейчас он под кольцо. 2 очка забил. Михиенков. Лапинский. Николай в этом матче хорош пока. Передачу Александрову отдал. Ермолицкий. В проход идет. Сам идет, но это тяжелый мяч. Свисток молчит. И в быстром отрыве Ермолицкий забивает. С мячом. Хороший проход сейчас от нужного и уговорил. Атака. Нужный сейчас в дриблинг пошел. Зря. Лапинский остается против Дружкова и Степан. Бросает Дружков треху и от щита заваливает. Вновь высокий. Кулаков в передачу Лапинскому отдал. Дальше Сазанов из-за дуги забивает треху. Лапинский. Сазанов треху. Еще одну с этой же точки заряжает. Старосельский под кольцо. Гриша прошел. Сейчас Бачков в итоге... Не завершилась у нас эта атака результативной. В быстрый отрыв Каролина убегает. Пичугин забивает. И сейчас забивает Александр Кулаков после хорошей передачи Бачкова. Юркова. Михиенков из-под кольца на сей раз не ошибается. Второй не точно. Юрков. На полной скорости прорвался сейчас под кольцо.
получает заслон от строкача, идет в другую сторону Гриша, и хороший флоутер. Лапинский в угол на Бочкова, тот в проход вновь идет и забивает 2 очка. Ковлеву прошу прощения, но не прошел пас. Еще одна потеря для Каролины. Бочков. После собственного промаха Малицкий бросает из-за дуги и забивает Ермолицкий эту треху. Мичиган мяч теряет, а хороший перехват нужного. Старосельский легкие 2 в цель отправляет. Один в окружении 3 соперников. Этот мяч как-то чудесным образом забрал. И вновь Ермолицкий один на дуге. На сей раз не прощает. Нужный. Куравлев идет в проход. Здорово. Забивает 2 очка.